Ирина, можете рассказать о своей болезни? Диагноз мне был поставлен давно, 10 лет назад. Это коксартроз тазобедренного сустава и левого, и правого. Но я все эти годы не решалась на операцию. Было много вопросов, где делать операцию. Я интересовалась как бы результатами этих операций. Успешность операции не очень высокая, поэтому долго-долго думала и готовилась морально. А потом решили приехать сюда? Нет, сюда мы приехали в Турцию отдыхать. Мы в октябре приехали отдыхать в Сиде. Мы отдохнули в гостине в отеле и решили немножко пожить в Турции, в Алании, потому что нам здесь очень понравилось, было тепло, а в России уже холодно. Ну и, конечно, ковид. Решили здесь немного пожить. И когда жили в Алании, начали интересоваться турецкой медициной. И смотреть в интернете все клиники, которые делают подобные операции. Сын уже, как бы, когда мы сюда приехали, он уже уговаривал меня делать операцию в клинике в Стамбуле. Были предложения. И мы разослали несколько предложений, несколько запросов нескольким клиникам в Турции. Самый полный, подробный ответ пришел из этой клиники. То есть мы искали высокие технологии в эндопротезировании, высокие результаты по восстановлению. И нам подошла эта клиника, и мы созвонились, договорились, приехали, сделали операцию. Все очень там. Теперь я себя чувствую нормально. Надеюсь, еще прошло не очень много времени, надеюсь, что скоро буду совершенно полноценно передвигаться. Пока еще передвигаюсь с помощью приспособлений. Прошло всего 10 дней после операции, поэтому, я думаю, по достижении более поздних сроков все будет хорошо. Операция прошла, я сначала сделала протезирование одного сустава, через 2 дня мне сделали операцию на втором суставе, потому что оба сустава были в плохом состоянии. Операция прошла хорошо, восстановление проходило очень быстро. Доктор замечательный, персонал клиники очень хороший, очень быстро и профессионально работают.